Даша Сураева, как доброволец, решила внести свой вклад в уборку Воронежских озер. Девушка и сама здесь часто гуляет после учебы. Говорит, что если каждый будет убирать за собой мусор, то и в очистке парк нуждаться не будет. Даже вот в школах с начальных классов, по-моему, начинают детей к этому приучать. И мне кажется, если люди будут выходить на субботники и убирать все это, они будут понимать, что это очень трудно и меньше мусора, возможно, будет на улицах. Парк также приводили в порядок после зимы активные жители, депутаты и сотрудники администрации промышленного района. Средник приурочили к всероссийской акции по очистке берегов и водоемов «Вода России». На берегах озер убрали сухую листву и скопившийся за зиму мусор. Как показывает месячник этого года, население достаточно активно участвует в данных мероприятиях. Город приводит порядок, в общем, много желающих. Так что работа ведется с нашей стороны достаточно продуктивно. Парк Воронежские озера – очень любимое место не только жителей ближайших домов. Сюда приезжают жители со всей Самары отдыхать, поэтому, я думаю, заслуживает уборку и благоустройство. В среднике по всему району приняли участие порядка 200 человек. Администрация предоставила всем активистам необходимый инвентарь. Для того, чтобы очистить от мусора участки вдоль социальных объектов и объектов потребительского рынка, привлекли 50 единиц техники. Михаил Ермоленко, Мэри Елчан, Николай Епифанов. События.